13 сентября в здании АРТ прошел внеочередной форум общественных организаций и предприятий города. Цель данного мероприятия – это объединение всех общественных организаций в единое целое. А именно стремление работать в одном направлении. Самое главное, чтобы мы работали в унисон с руководством города. И сегодня мы действительно говорили о том, что очень важно, чтобы была у нас сегодня не борьба организаций между собой, не борьба партий, да, как это очень часто бывает, конкуренция, да, и может быть даже нездоровая конкуренция, а именно было понимание важности сегодняшних дней для города. Именно вот цель такая, чтобы сделать город всем вместе нам краше, лучше, уютнее. Сотрудничество организаций может привести к благоприятным изменениям в городе. На сегодняшний день в Кумертау зарегистрировано 37 общественных организаций. По словам организаторов форума, если все активисты будут работать сплоченно, добиваясь одной цели, это приведет к улучшению положения города. Сегодня удалось сделать первый шаг. Сегодня это получилось, это был первый наш шаг. Мы сегодня говорили и о ценности времени, и о ценности действовать, да, что мы вот все можем на сегодня действовать. И показали мы социальный эксперимент, который провели с молодежью. Ну, надеемся, что семена в почву брошены, а дальше уже люди будут ли их поливать, будут ли доносить это для своих членов организации, да, для своих детей. Но это уже вот зависит от каждого из нас. Также на заседании разбирали вопрос, как привлечь молодежь оставаться в нашем городе. В последнее время многие молодые ребята уезжают в крупные города для своей самореализации. Якобы в Кумертау перспектив мало. По словам Марины Николаевны, ситуация меняется в лучшую сторону. И уже многие перспективные ребята возвращаются в родной для себя город. За лето знаю троих отличных ребят, которые уехали и выучились в Питере и вернулись сюда. Это, я считаю, что очень большая победа города. Но я не всех ребят знаю, возможно, их и больше. Вот это победа города, потому что, ну, это, я считаю, что ошибка ребят думать, что в большом городе ты реализуешься лучше. Как раз в маленьком городе, в городе, где молодое руководство, где тебя везде поддерживает, любую твою креативную идею понимают, поддерживают, открывают тебе везде двери. Вот здесь как раз, ну, шансов, возможностей для самореализации намного больше. Это не последнее собрание. Впереди еще много кропотливой работы. Константин Меркушев, Владимир Кузьмин, телекомпания «Арис».